Добрый день, уважаемые 11-классники! Мы начинаем наш урок русской литературы по теме «Жизнь и творчество Юрия Осиповича Домбровского. Алма-Ата в произведениях писателя». Цель нашего сегодняшнего урока – познакомиться с жизнью Юрия Домбровского и рассмотреть художественное своеобразие творчества писателя. Давайте начнем! Юрий Осипович Домбровский – русский советский прозаик, поэт и литературный критик, мемуарист, также был известен как археолог, искусствовед и журналист. Рос в семье интеллигентов. Отец Иосиф Витальевич Домбровский был известным адвокатом. Мать Лидия Алексеевна – ученый в области анатомии и цитологии растений, впоследствии кандидат биологических наук и доцент Московской сельскохозяйственной академии. В богатой домашней библиотеке Домбровских имелись труды французских просветителей, философов, книги по русской и мировой литературе, истории, юриспруденции. Все это, вероятно, и привело к тому, что юный Домбровский, как и многие его сверстники, захотел стать участником разумного переустройства общества. Однако эти наивные убеждения столкнулись с жестокой действительностью. Будучи студентом высших литературных курсов, он получил административную высылку за участие в политическом хулиганстве, выразившемся в недоносительстве и укрывательстве. Он был осужден по печально известной 58-й политической статье и приговорен к 3 годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены высылкой. Место отбытия наказания – город Алма-Ата. Так, весной 1933 года 23-летний юноша оказался в Алма-Ате. Во время отбывания наказания Юрий Домбровский преподавал и был директором 2 школ. Второй раз его арестовали в 1936 году. Мотивом ареста послужила растрата казенных денег. В заключении писатель провел несколько месяцев. В ходе следствия выяснилось, что виноваты были совсем другие люди. После освобождения в 1937 году Домбровский преподает русский язык и литературу в одной из средних школ города Алма-Аты. Этот год является началом его творческой деятельности. В марте 1949 года очередной арест. Тогда у него был изъят роман «Обезьяна приходит за своим черепом», действие которого происходит в оккупированной фашистами Европе. Обвинение, предъявленное писателю, было стандартным – охаивание мероприятий партии и правительства, распространение антисоветских измышлений. Все эти печальные события не могли не повлиять на творчество Юрия Домбровского, основной темой которого стало противостояние тоталитарного общества и индивидуального человека с его нравственными и моральными ценностями. Творчество Домбровского условно можно разделить на 2 периода. Казахстанский с 1937 по 1955 годы и московский с 1956 по 1978 годы. Наиболее известные произведения писателя «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» относят к московскому периоду, так как во время их написания Юрий Домбровский уже жил в Москве, однако оба романа отражают алма-атинские реалии. Литературное наследие Юрия Осиповича Домбровского состоит из 5 крупных произведений. Это романы «Державин»,
Обезьяна приходит за своим черепом. Книга новелл о Шекспире «Смуглая леди». Романы «Хранитель древности» – это произведение еще иногда называют повестью, и «Факультет ненужных вещей». Два последних произведения составили дилогию «Факультет ненужных вещей». Также писатель является автором книги очерков «Факел» об алматинских художниках, сборников стихотворений, литературно-критических статей и переводов. Весь 1955 год Домбровский жил и работал в Алмате, сотрудничал с газетой «Казахстанская правда» и журналом «Литературный Казахстан». Потом было получено разрешение на прописку в родном городе, в Москве. Там он продолжил свою литературную деятельность. Несколько лет он напряженно работал над романом «Хранитель древности», который был опубликован на страницах журнала «Новый мир» в 1964 году. Это были годы хрущевской оттепели, поэтому роман необоснованно репрессированного Домбровского и был издан, хотя и в журнальном варианте. Волею судьбы, оказавшись в Алмате, Юрий Домбровский навсегда полюбил этот город, его людей, красоту его природы, старые одноэтажные постройки. Наверное, он первый из писателей, кто с такой любовью в поэтических тонах создал образ Алматы и ввел этот город в мировую художественную литературу. Переехав в Москву, писатель часто вспоминал свою молодость, улицы, горы, жителей этого города. Его произведение «Хранитель древностей» называют алматинским романом. Первые страницы «Хранителя» – это своеобразная ода городу-саду, алматинскому тополю, Тяньшанским горам, знаменитому собору, который висел над всем городом. Город, его окрестности, жители представлены у Юрия Домбровского в лирических и романтических тонах. С теплотой и участием рукой исследователя-историка, археолога, искусствоведа, архитектора Домбровский вводит в повествование вставные новеллы, показывая преемственность истории, культуры и традиций. В качестве домашнего задания я предлагаю вам составить кластер «Жизнь и творчество Юрия Домбровского», а также ознакомиться с историей создания произведений Домбровского «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» на страницах 355-356 ваших учебников. О способах проверки домашнего задания вам дополнительно расскажет ваш учитель. Спасибо за внимание. Желаю вам успехов в выполнении заданий.